Всем снова привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Елена. Сегодня я думаю снять снова небольшой вложик. Может быть, это будет влог одного дня, может быть, двух. Но вот сейчас я, видите, собралась, сделала себе как могла прическу, макияж и приехала к стилистке. Сейчас немножко накрашу ее, что-нибудь ей заплету интересное на голове. У нее как раз длинные волосы. И отправляемся на фотосессию с ее двумя прекрасными платьями. В одном из предыдущих влогов, я снимала его совсем недавно, я уже была у нее в гостях, и она показывала несколько платьев своих. И она создала за это время еще два платья именно на сегодняшнюю рождественскую фотосессию. Фотосессия у нас сегодня будет с елочкой, с моим искусственным тортиком. Я его снова достала из погребка, так называемой моей кладовки. И сегодня будем сниматься. Влог начинается с этого. Что еще будет в ближайшие дни, я не знаю. Перед Рождеством у меня дни проходят очень активно. То какая-то работа, то какие-то заказы, то проекты. Поэтому не скучаем, не скучаем. И чтобы вы тоже не скучали, я вам предлагаю оставаться со мной. Просто хотела показать вам одно из платьев. Вы уже очень скоро увидите его на мне. Вот одно платье Олеся еще дошивает. Тут работы, конечно, на очень много часов, да, Олеся, на несколько дней. Одно платье, и вот второе. Я Олесю уже накрасила. Сейчас постараюсь ей сделать легкую прическу. Вот, Олеся, поприветствуй. Привет. Наша работница, труженица. Сейчас будем делать легкую прическу. Так, а я в зеркале, вот. Та-дам! Люся, Люся. А вот она снова, наша Люся. Помните его, ее из предыдущего влога, наша Люси. Люси легла, лапки подняла, все говорит: гладьте меня. До этого она носила со своим носочком и очень напрягалась, когда я ее гладила. Она же была уверена, что я украду ее носочек. А теперь можно расслабиться. Она сама его потеряла, да? Люси можно погладить. Ну посмотрите. Просто котенок. А мы уже готовы, собрались, сейчас отправляемся на место съемки. Все берем и шишки, и хлопушки. Смотри, котенок, котеночек. Ой, красавица. Ну, Люся, ты знаешь, что ты звезда Ютуба? Люся, ты знаешь об этом? Звездочка ты наша. Ой. Красотка. Так. Наша команда. Ой. Наша. Ленточку? Подарок.
Вот 12 часов работы в течение 2 дней. Мои печенья, мои рождественские, мои праздничные рождественские новогодние расписные печенья. И сейчас я занимаюсь тем, что упаковываю ее. Наборы печений в коробочке. Еще буду в пакетики упаковывать. Будут у меня вот такие коробочки с открытками. Разные открытки я еще купила симпатичные. Поэтому... Всем снова здравствуйте. В итоге мой влог продолжается. Я решила уместить сюда несколько дней и выпустить такое предрождественское видео. Вот. Сегодня у меня уже следующий день. И что могу сказать? Я... Как обычно, как часто бывает, очень довольна своей работой. Несмотря на то, что я сегодня встала в 3:30 утра, но я могу сказать, что у меня самая лучшая работа в мире. Я сегодня собирала невесту. Это была моя последняя невеста в 2020 году. Делала прическу, макияж и такое украшение ей сделала, привезла. Волосы очень красивые, очень длинные, всем все понравилось. Еще накрасила ее, ну, получается, ей прическу, макияж и маме невесты прическу и макияж. Нужно было, конечно, быть готовыми раньше. Я всегда с запасом времени приезжаю, но чаще всего больше времени у меня уходят на пробу прически и макияжа, а уже в день свадьбы я все делаю лучше и быстрее. Ну, хорошо, что в основном у меня такая тенденция, лучше и быстрее. Поэтому всегда такое удовлетворение от своей работы. И вот именно эта работа, ну, торты тоже мне приносят удовлетворение, но вот собирать невест, это всегда так, не знаю, эмоционально, трогательно. То есть участвовать, получается, в их таком замечательном, красивом, прекрасном дне, необычном. Быть частью этого дня, это всегда очень, мне кажется, эмоционально, да. Вот. Я, значит, сейчас у нас где-то 10 утра, и я решила... отвлекают, парковщик ходит, он думал, что я уеду, я не уеду. Я это место с 5 утра заняла, мест, да, на самом деле нету по паркованных для парковки. Вот сейчас доплачу парковку свою, доплачу там, что осталось, не знаю, часа на 2, и пробегусь по центру. Я уже практически в центре, да, я в центре, да, напротив центрального вокзала. Пробегусь, может быть, какие-то витрины поснимаю. Но вообще сегодня я приехала, было темно, и город абсолютно никак не светился по-новому. Он светился так, как он светится 365 дней в году. Посмотрим. В этом году как-то украшений мало, все так грустненько, скудненько, бедненько у нас в Турине. Ну, посмотрим. Как обычно, вам из года в год показываю одно и то же, потому что у нас на улицах из года в год одно и то же. Это календарь. Это календарь, который открывает... весь декабрь по датам. Я забыла, как называется. Вот там такое белое невзрачное стоит, треугольник непонятный. Это наша городская елка туринская, известная, ну, известная тем, что она никому не нравится. Я тоже жду, когда ее уже поменяют, но она по ночам ничего, так светится. Мои две любимые церкви, ну, любимые, вот именно мне нравится архитектура. И вообще это площадь Сан-Карло, моя самая любимая площадь в городе. На елка. Показывать здесь особо нечего. Посмотрим тогда, походим. Площади Сан-Карло я прошла на Дворцовую площадь.
Пьяцца Костелло. Ну вот здесь тоже намека на праздник нету. Вот, вот такая дворцовая площадь. И все. А здесь, наверное, жарят каштаны. По запаху, да, каштаны жарят. Вот наша торговая улица Гарибальди. Посмотрите, какой впереди песик. Прямо мягкая игрушка. Какая прелесть. А я сейчас зайду вот в этот магазин, кстати. Интересненький. У них есть панеттоне и пандоро. Пандоро мне даже больше нравится. Это другой вид рождественского кекса. Вот они высокие, очень красиво украшены здесь. Но обычно они простые. И без шоколада. Так вот, чтобы не облить. Красивый тут кондитерский. А вот панеттоне. Я в предыдущем влоге снимала, в предыдущем видео показывала рецепт своей версии.